We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take. Hey, всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье, и я пытаюсь от всех. Меня нет, ну он был такой, но просто мама сфоткала, типа, посмотри на машину, типа, ты смотришь на машину. И я такая, меня опять проехал красивый француз, просто они реально красивые, как итальянцы и австрийцы. А вот австрийцы самые красивые, потому что это смесь австрийцев и итальянцев, и, короче, немцев и итальянцев, и получается счет красивый. Мы идем в галерею Лафайет получать такс-фри, и я вам что-то хотела, я от всех пытаюсь добиться, когда тут выборы. А не сегодня? Мама? Наверное, да. Или нет? Я не знаю, потому что мне кажется, в наших новостях больше гудят об этом, чем тут. У меня misunderstanding. Короче, если сегодня выборы, и завтра, и у них выходной день, короче, мы в таком самом соке, скажем так. Потому что это очень странно. Короче, я не знаю. Вот. О чем я там говорила? О французах или о выборах? Я уже забыла, неважно. А мы идем. А, еще тут машина приезжает на зеленый цвет, когда у нас зеленый свет. И пешеходы ходят на красный, когда у машин зеленый. В общем, они тут друг другу отвечают взаимностью. И у нас дождик. Факт о французах, которые мы вчера узнали. Когда им плохо или у них черная полоса в жизни, они идут на кладбище. С едой. С едой. Есть сэндвичи, представляете, салатики на кладбище. И рассуждать о том, что их жизнь еще не пропала, и что, типа, люди, которые лежат там, им намного хуже, чем им тут. Это так странно, но я просто кучу же французских фильмов смотрела. И фактически вчера, и всегда, когда человеку плохо, смотрите, какие туфли, они идут на кладбище. И теперь я понимаю, почему они все идут на кладбище. Но это так странно. Второй факт, у мам такое недовольное лицо. Французы живут одним днем, то есть они типа не откладывают деньги на завтра. Они думают, ну потратим сегодня, будем бедными. Потому что типа государство им все равно помогает. О, что с волосами? Типа, даже бедный француз, он едет... путешествует, несмотря ни на что, он тупо, вот у него есть там 100 евро, он потратит их на путешествие, это очень странно, вот, и так что у нас такой настолько разный менталитет, и то, что я, кстати, недавно узнала, что европейцы у нас принято девушкам дарить 3 розы, 1, 7, ну, короче, нечетные, они дарят четные, и я что-то подписана на одну девушку, она как раз встречается с каким-то иностранцем, и он ей принес на первое свидание, вот такое количество роз, и она да, и она на него так посмотрела, и типа, ну, а вот и факт, в чем прикол, мама, дорога, и он ей объяснил, что у них другое правило, в Париже как это, вы знаете, если бы я в Москве так ходила, мне кажется, меня бы уже давно убили, проклянули, и все, вместе взят. Вот. И, короче, он ей объяснил это все, и я потом еще прочитала, но, конечно, это очень лево, короче, ну, блин, я с детства езжу в Европу, но только сейчас поняла, что у нас охренеть, насколько ужасно, ну, разный менталитет. Но при всем при этом мне здесь намного удобнее. Ну что же, мы пришли в галерею Лафайет, мы все получили с мамой. И теперь я опять ищу Dior. О май гад. Это Dolce & Gabbana. Не, пошли в Dior. Где Dior? Giorgio Armani, Chanel. Chanel, по-моему, где-то из Dior. Да. В общем так, мы четвертый день в Париже, третий день галерея Лафайет и, конечно же, с покупками, на этот раз Dior. Первый день был Louis Vuitton и еще куча всякого непонятного, Гермес, короче, Тиффани, все подряд. Во второй день мы вернулись за Gucci сюда, вот, потому что Gucci это любовь. А в третий день оставили для великолепного Dior и вообще, блин, на самом деле, тут... Ты покупаешь косметику, и тебе дают столько пробников, которые тебе хватит... Да, и, короче, у нас, конечно, так не делают. Теперь мы хотим на второй этаж подняться, только как это сделать? Слишком сложно и трудно понять. Смотрите, как красиво. Просто, can you see? Beautiful, wonderful and amazing. Мы идем наверх. Мы все еще в галерее Лафайета практически час. Мы опять получили такс-фри, потому что купили кинсо и всякое такое. И идем завтракать в Starbucks. Тут же. Так что Лафайет второй дом. Можно так сказать. Мы поднялись на смотровую площадку.
и что-то слишком красиво. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted. И наконец-то, почему с камерой всегда такие проблемы? Наконец-то выбрались из галереи Лафайет и приехали к Нотр-Даму тоже наконец-то. Кстати, вот эти деревья, по-моему, это каштаны, но я не уверена. Они так тут красиво цвели в феврале или в марте. В марте. Я смотрела видео Каролины Кей, как-то так ее зовут. Я думаю, кто это ее знает, все равно по-любому, кто меня смотрит. И я прям кайфуху просто ловила от того, что, насколько это красиво. Вот, но сейчас тут уже ничего не цветет. Сейчас тут идет дождик. И я уже не открываю зонтик, потому что меня достало это, вот честно. Каждый раз открывать зонтик на 5 минут – это фигня. Но мы стоим в очереди на Нотр-Дам-де-Пари. Нотр-Дам-де-Пари. Вот, в очередной раз. Так что... Go down and we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Казаться невежливой или типа какой-то такой, но это ужасно. Это в прямом смысле издевательство над органом. Просто ужас. Нельзя так. У меня шуши everything, let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. We were staying in Paris. Мы до Пари, мы познакомились с сестрой Марии Габриэлой, и мы обещали ей перевести вот эти штучки и прислать ей на ее Gmail. Очень мило. Да, главное не потерять это теперь. И причем я вышла и такая, нам дали сдачу, что ли, 5 евро мелочи, и я маме говорю, тут куда-нибудь есть положить, и тут они такие стоят, я говорю, окей. Сам Бог велел из этой серии. И Нотр-Дама. Вы знаете, я же говорила, как эти каштаны шикарно цветут тут в марте. Просто лучше. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this. Я, конечно, все понимаю, но экстремальный. Вот мы уже однажды катались на таком. So that's where the French Academy sits. I don't know if you've heard of the French Academy. If you're famous writer in France, you might be elected to the French Academy. And it's been going on for 400 years. So all the most famous French writers and philosophers have been academicians themselves. It's really... It's so просто... Идеально. Зато бесплатно. Paris, to get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own cutting. Заехали до Дорсе. Музей. У меня идеальная просто прическа. Ну ладно, пофиг. Тут огроменная очередь, такая же, как в Лувр примерно. Сложно. Мы стоим в Орсе.
И кассы работают до 5 сейчас у нас. Я не знаю, по какому времени у меня стоит. Сейчас 4 часа, да? Практически без 15. 4. И кассы работают до 5. Аккуратнее. Мы все еще стоим, но в принципе. Я думаю, что где-то перед за нами, перед нами, незадолго до нас закончится. В Варсе очередь такая же, как в Версале. Мы простояли целый час в Варсе. У нас есть тоже час, чтобы походить по Варсе. В принципе, и как бы. Мам, я очень хочу увидеть часы. Слышишь? А? Вот и часы хочу очень увидеть. Ван Гог. Это наверх. Ну, я не знаю. Пошлите, ладно, пройдем. Короче, я хочу увидеть Ван Гога, часы. Вот эти вид окна на окно. И все. Час целый стояли в музее. Ё-моё. Папу бы теперь найти. И он бесплатный. Вот почему тут такая огромная очередь сегодня. Потому что он бесплатный. Мы просекли фишку. Я потеряла всех, ну да ладно. Я увидела Ван Гога. Это круто. Мы идем на 5-й этаж, а потом я хочу еще часы увидеть. В принципе, из Ван Гога и часов я пришла сюда. We were staying in Paris. Это вечное безумство. Уже музей закрывается. Кстати, мне показалось, что я видела тут девочку. Я не помню, я смотрю ее видео, она живет в Париже, мам, кстати, о которой я тебе, помнишь, рассказывала, которая поступила в Сорбонну и французский и такое. Вот, я не помню, как ее зовут, честно, вот просто не помню, но она очень приятная, очень милая, вот, и я ее тут видела, все. В общем, Париж это какое-то место прям увиденных встреч, да, Басту увидела, эту девочку увидела, она вот два раза вот так вот просто мимо меня прошла, я еще плохо вижу, я еще присмотрела, думаю, точно она, вот это она, я попытаюсь вам тут как-то оставить ее ссылку, потому что она очень милые видео из Парижа снимает, и сама она очень милая, поэтому вот. Париж это место встреч какое-то, понимаете? Причем именно не французов каких-то, а именно каких-то русских, но она из Риги. Вот. Так что такие вот дела. Если еще раз увижу, подбегу к ней, но думаю, уже нет. Такие вот дела. Я и носорог. Мне кто-то звонил, но я не знаю, кто это. Папа, ты видео. Молодец, да, все. Сейчас мы идем в номер и затем пошли в ресторан. Да, черт, ты, мы в номере сейчас прям. Мы сейчас проходим мимо Лувра, и может вам видно, но тут капец как много полицейских, конечно. Просто как будто, я не знаю, конец света. Вот когда у нас выбор, у нас ничего нету. Потому что у нас ясно, кто победит. Да, у нас нету вариантов. Это логично. Но тут два варианта. А тут целых два. Такой кипиш. Вот у нас Владимир Владимирович, точка. Даже, но посмотри, ему сейчас 60, 70 почти. Он еще может два срока спокойно служить. Мне кажется, он в лет 100 будет президентом Российской Федерации, дай бог он проживет это время. Да. Он уже точно войдет в историю как самый долгий президент России, я думаю точно. Вот, а тут просто посмотрите, как он предусмотрен. Да, наряду с королевой Елизаветы. Но тут просто, если честно, мне нравится очень Макрон, потому что он голубоглазый. Но ничего личного, чисто внешне, да. Но я не знаю, это как в Америке тогда. Выиграет это, но выиграл Трамп, да.
И тут то же самое может произойти. Но Макрон такой голубоглазый. Но Макрон такой голубоглазый, господи ты, боже мой. Так что если бы я... Мне нравится, женщины пойдут голосовать за Макрона. Да, мужчины, но, кстати, это очень приятно. Я бы даже не знаю. Если бы я имела право голосовать, то я бы, конечно, задумалась. Потому что... полицейские, сори. Понимаете, мы в самой буче куче событий. Прям вообще в сердцевине всего этого. Да. Да, мама? Да. За кого вы болеете? Я уверена, я думаю, что выиграет Макрон. Сейчас бабаться это. Ну, тогда поржем вместе до вечера. Мы, короче... Кто он? Народ. Мы, короче, стоим рядом с Лувром. Тут поют разные песни. Тут концерт. И я не помню, как этого чувака зовут, но, короче, он пел тут, который, помните, в 2016 пошли году представлял на Евровидении Францию. И я когда шла, подпевала эту песню. А вообще нет. Мы просто такие непонятные люди, которые идут сюда. Просто интересно. Да. Опять? Господи, тут... Нет, я не буду. Тут такие странные Баптисоры для мужчин. Просто они открыты. Я не знаю, видели вы или нет. Кто колесо или писсуар? Что это же? Ну, завтра вечером. Выиграл Макрон. Не знаю, что они празднуют. Победу его или просто... Просто победу чего-то. Днем. Да мы на автобус сядем, поедем, короче. А вечером красный. Все куда-то бегут, ё-моё. Ну, вообще... Can you see? Не, пап, не поедем никакой Эйфелевой башни. Посмотрите, где она. Ё-моё, куда мы идем? Ай, Мисон. Когда-нибудь... О, тут, смотрите, тут просто всё. Телевидение. Все нормально. Да. Ё-моё, пойдем. Ну, короче. А? Да. Как праздновать победу Макрона по Франции? Примерно вот так. Why not?